Перво-наперво ты должна охладить свой пыл. Истерика ничего не добьешься. Месть — это блюдо, которое подают холодным. Я пытаюсь сами, но это трудно. Могу я знать, зачем ты обидела Грейс и Орландо? Палома, у нас личная беседа. Ты можешь нас оставить? Не надо сами. Пусть говорят. Я задала вопрос. Почему ты была с ними такой грубой? Я просто поставила их на место. Но Грейс нам как мама. А Орландо как братик? Не лезь, ясно? Не кричи на Сэмми. Это мой дом. И мой тоже. Ты забыла? Какая ты жалкая, Палома. Лицемерка. Ты обманула меня. О чем ты? Об Алехандро. Ты говорила, что не любишь его. А сама целовалась с ним по углам. Ну и? Мы свободные люди. И можем делать то, что нам нравится. Ты забываешься? Это ты забываешься, Палома. Я это так не оставлю, слышишь? Ты за все заплатишь. Ты несовершеннолетняя, а я твой опекун. Я уйду, когда мне исполнится 18. Но до этого ты будешь слушаться меня и порвешься, Алехандро. Лучше я умру, поняла? Мы с ним любим друг друга. Ваша любовь преступна, аморальна и незаконна. Она настоящая. Я знаю, ты хочешь попробовать его вернуть, но ты теряешь свое время. Алехандро любит только меня. Меня! Уясни это и оставь нас в покое! Ах ты, с ума сбродка! Я упеку тебя в психушку или в исправительный интернат! Упечь надо тебя, тетя. С каждым днем тебе все хуже и хуже. Если ты еще раз поднимешь на меня руку, тебе придется предстать перед судом по обвинению в насилии. Пусти меня! Фернандо, тихо. Ты раскрыла свои карты. Теперь она все знает. Ты ее предупредила. Думаешь, я могла что-то анализировать? Поэтому ты должна успокоиться. Предоставь это мне. И запомни, никакой горячки. Алло. Алло. Милый, это ты? Палома. Палома. Палома, что случилось? Ты плачешь? Я не могу больше оставаться в этом доме ни одной секунды. Но что произошло? Все. Тете все известно. Нет. Как она узнала? Не знаю. Она говорила мне страшные вещи, даже ударила меня. Она тебя ударила? Она сказала, что отправит меня в интернат. Если ты за мной сейчас не приедешь, то я убегу сама. Палома, жди. Я уже еду, ладно? Не волнуйся, он уже едет. Надо быть сильными. Если моя тетя объявляет нам войну, то мы должны смело принимать этот вызов. Что ты делаешь, Палома? Пакую чемодан. Ты никуда отсюда не уедешь. Ты что, запрешь меня? Это мысль. Отвали! Фернандо попросил помочь, и я это сделаю. Ты остаешься. Тебе не видать, Алехандро. Я уезжаю. И уезжаю вместе с ним. Потому что мы любим друг друга. Не говори ерунды. Ты ни шагу отсюда не сделаешь. Это мой рюкзак и моя одежда. Можешь брыкаться сколько хочешь, но ты останешься здесь. Это сказала я. Профессор, лучше не надо. Синьорита Фернандо и Палома спорят. Уйдите с дороги. Ты никуда не пойдешь, Палома. И лучше не спорь.
Тетя твой опекун, так что молчи. Я выберусь отсюда во что бы то ни стало. Ничего не выйдет, Палома. Не трогай меня. В чем дело? Какого черта тебе надо? Меня позвала Палома. Отпусти ее. Я звоню в полицию. Пусти. Не смей даже пальцем ее трогать. Она твоя собственность? Она моя любимая девушка. И мы уйдем отсюда вместе. Когда ты выйдешь из тюрьмы. Мне наплевать на тебя. Палома идет со мной. Лучше уйдите. Идем. Стой. Получай. Дикарь. Сами. Сами. Мне очень жаль. Но вы не оставили мне другого выбора. Еще ничего не кончено. Все только начинается. Я не позволю тебе совращать несовершеннолетних. Ты знаешь, что я ее не совращал. Пойдем, с ней невозможно разговаривать. Идем. Палома! Паломита, что случилось? Что может случиться, Грейс? Я ухожу. Но куда? Куда вы уйдете? Идем. Куда угодно. Вы не сделаете ни шагу. Да? Ты уйдешь только в тюрягу. Делай, что хочешь. Палома все равно пойдет со мной. Ты горько пожалеешь. Фернандо, Палома твоя племянница. Вы должны прийти к соглашению. Нельзя вот так разрушать семью. Заткнись, Грейс, и убирайся на кухню. Пока, Грейс. Идем. Сами, не стой ты как... Сердце мое, ты уверена? Да. Я больше не вернусь в этот дом никогда. Палома, я люблю тебя. Что бы ни случилось, что бы они ни предприняли, я буду любить тебя всегда. И я тебя. Куда мы едем? Тебе надо где-то переночевать. Разве мы не едем к тебе? Палома, у меня дома тебя будут искать в первую очередь. Наверняка полиция придет этой же ночью. Тогда поедем к Сандре. Она точно нам поможет. Хорошо. К Сандре, так к Сандре. Ну, тебе полегче. Мне легко, пока мы вместе. Всегда. Мы всегда будем вместе. Да? Поехали. Иду. Что случилось? Я ушла из дома. Я дико поссорилась с тетей. Палома, но ты ведь дождешься, пока она успокоится, чтобы поговорить с ней нормально? Нет. Не хочу ее больше видеть. Хватит, родная. Профессор, а вдруг они ее разыскивают? Полиция может подумать, что вы похитили Палому, и сообщить ФБР, или даже ЦРУ. Кстати, я думаю, они не станут звонить в эти организации. Но, в общем, ты права. Мне лучше пойти домой, и будь что будет. Я не должен прятаться. Они заберут тебя. Куда? В тюрьму. Пойду... постираю марку носки. Если с тобой что-то случится, я умру. Спокойно. Тебе нечего бояться. Все хорошо, okay? Да? Надеюсь.